И к новостям спорта. Кубок Минмолодежи по мини-футболу разыграли студенты дагестанских вузов. Соревнования проходили по олимпийской системе. По итогам турнира первое место заняла команда Дагестанского государственного университета. На второй позиции расположилась команда ДАГГАУ, а замкнула тройку лидеров сборная ДГУ-НХ. Отметим, турнир прошел под эгидой антинаркотической акции «За здоровый образ жизни». В ее рамках будут проходить спортивные мероприятия, уроки трезвости, информационные антинаркотические рейды, а также круглые столы и встречи, направленные на предупреждение употребления наркотиков подростками и молодежью.